Всем привет, ребят, с вами Тайтлд, и я решил начать новый Phantom Forces с открытия какого-то DR кейса очень жесткого. Мне нужен вот этот скин, вот этот и Mystery Item. Я не знаю, что там может быть, может что-то хорошее. Мне нужен Гипоматик, смотрите, очень топовый скин, который пролетит не мне, увы. Вон, Тетраблокс тоже неплохой, кстати, неплохой. Окей, а продолжить, сколько он стоит? 39, блин, говорится, я в пролете. Давайте попродаем и откроем еще один контейнер. Купить, окей, окей. Открыть, выбрать, все, давайте, Mystery Item, давай. Это он мне нужен, блин, ну блин, что это, ладно. Не повезло в кейсах, повезет в катке. Окей, начинаем. Извините, пожалуйста, за мой чих. Хил, блин, хил не люблю, не очень люблю. Ага, кто там? На гранатку. Нате гранатку. На! Просто наугад. Летят наугад просто. Такие люди, блин, сколько их... всех. Мы, кстати, почему-то... А, мы уже владеем, окей. Значит, преимущество за нами. Кто это? Кто это у нас там? Надо спрятаться. Да блин, ну я ж почти ушел. Какой реминг-то? Это опять тот чел? Это опять он? Блин. Встретились, а? Называется, встретились. Так, я сейчас снайпера всех сниму. Вы не думаете. Вы думаете, что они у меня тут будут жить спокойно, набивать свои фраги? Нет, конечно. Такого никогда не было и не будет. Я просто иду к ним в особняк этот. На! Можно, кстати, наверх гранаты позабрасывать, будет прикольно. Так, окей, мы здесь заходим, челики заходим. Окей, вторую меняю на АК-12, потому что тут он нужен, собственно. Дратуйте, господи, что ты делаешь? Не 4, а 4, давайте лучше. Мне лучше эта пуха подойдет. Окей. Где я был? Где снайпера? Я их не вижу. Снайперов не вижу, а не вижу. Что ты там делаешь? Алло. Да кто? Как? Как он меня нашел? Это читер? Как он меня сквозь стену прострелил? Алло. Ну это же нечестно. Я многое могу понять. Но это точно честным, честным не назвать. Окей, значит, я знаю, где они. Я знаю, как их убить. Осталось добраться туда. Все время путаю вот эту вот антенну странную с головой. Чей-то. Здравствуйте. Так, мне надо подниматься наверх, потому что там много людей поднималось туда наверх. Собственно, мне тоже надо. Так, тихо. Ой. До свидания. И все, надо заходить. Надо заходить, потому что стало опасно. Стало очень опасно. Где? Давайте вычислим. Блин, прикольно вообще. В строении я сижу в засаде и вычисляю снайпер. Что может быть лучше? Уже вычислил, к слову. Так, надо сменить этаж, может. Может, кстати, может. Так, давайте еще раз попытаемся, это уже будет сложно. Я тебя вижу. Его убили, его убили. Окей, так. О, убил, убил, все, уходим, 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 челики, уходим. Больше нельзя тут находиться, потому что очень опасно, очень опасно. Так, я лучше, знаете, что сделаю? Сыграю не совсем честно. Однако, кто сказал, что так нельзя? Месть. Месть. Господи, снайперов отстреливают только в путь. Только в путь, а? Только в путь. Посмотрите на фраги. Посмотрите, кто их сделал. Здравствуйте. Ну блин, ну
Ладно, ты должен был меня достать, например, ну просто, господи, 10 киллов. Это что-то неимоверное. Прикольная локация, очень все круто. Окей, я теперь хочу в это здание подобраться. Очень хочу туда добраться. Следовательно, что я делаю? Я добрасываюсь гранатками, типа меня тут нет. Никого здесь нет. Я тут просто бегу, не знаю зачем. Просто так рандомно, на меня вообще никто не смотрите. Окей. Допустим, первый этап моего плана сделан. Дальше осталось забраться наверх. На хорошую дистанцию. И начать отстреливать снайперов. Собственно, я почти наверху. Я на хорошей позиции. Почти на хорошей. Если бы не было много народу, было бы еще лучше. Ну блин, ну их было много. И было такое себе. Не, ну как ворвался, двоих убил. Это было просто что-то с чем-то. Так. Три, окей. КДР, три. Кого-то убил, разве нет? Ну хоть ассисты засчитаются. Отсюда на самом деле можно неплохо так со снайперки пострелять. Хоп. Хоп. Без урона, просто без урона. Берите на заметку, как без урона все это делать. Ты какие, я хочу на старое место. Я очень туда хочу. Очень сильно. Ну типа кидаем гранатки, вдруг кого-нибудь зацепим. Стояли два снайпера. Выцеливали воздух. Пуля пришла за ними. Их больше нет. Так, тут были челики. Это опасно. Куда ты пошел просто? И ты тоже. Куда вы все идете? Хватит, остановитесь. Почему я увижу? Я не понимаю. По-моему, я его убил уже сколько раз. Просто сколько раз я его уже убил, скажите мне. Кто-нибудь когда-нибудь скажет мне, сколько раз я его убил? Наверное, нет. Ты какие, мне надо быть скрытным. Так, окей, отсюда меня не видно. Я хорошо просматриваю эту локацию. Окей, ну тут никого нету. Кто, откуда? Господи, как? Как я это сделал? Как я разглядел просто этого снайпера? Какие? У меня есть время, чтобы смотреться. Понять, что мы играем за синих, и все у нас хорошо. Мы играем за синих, все у нас хорошо. И надо чекать кран. Там никого нет. Окей. Тихо, где враги? Все отлично, я зачистил тут весь угол, а вон враги. Отлично, господи, как я это делаю. Так, там труп исчез, может быть челик уже там, кстати. Это плохо. Господи, почему так изи? Блин, вот нашел призвание, я снайпер с этой... С этой винтовкой снайпер. Вот у него снайпер. Что он мне сделал? Ничего, ровным счетом. Что я ему сделал? Я, собственно, поставил ему хедшот. Не спеша. Я мог бы поспешить, кажется, у него все-таки снайперская винтовка. Господи, что происходит? Надо чекать кран периодически, потому что челик может залезть и устроить неприятности. Надо его обезвредить первым, окей. Здравствуйте, мы тебя уже ждем. На, лови гранату. Чё, последняя была? Плохо. Не вовремя он вышел, что сказать. Опа, вижу, челик лезет на кран. Ну, держись.
Ух ты, их там было. Надо скрыться, блин, опасно. Трашит тут кранами. Посмотрите на них. Я тебя вижу, можешь не прятаться. Блин, 6 патронов. Сделал еще один. Вон он. Он спрыгнул, нифига себе. Так, мне надо сменить оружку очень срочно. Так, низкий патрон. Надо потратить их с умом. Так, ладно, подбираемся дальше. Мне нужно запасное оружие. Ай! Серьезно? Блин, надо было с ножа. Ну блин, ну. Скольких людей я убил просто? Скольких? КДА 4.8. Один из самых больших. Один из самых больших за все время у меня. Фух. Окей. Бамс. Опа. Неплохой спаун. Можно заметить неплохой спаун, на котором сейчас я. Я опять хочу на свое место. Это просто я там отыгрываю как надо. Просто как надо. Как надо, так отыгрывать. Экран никого. Никто не бежит. Это наше, окей. Наши буси будут на кране, окей. Тики, с КДР 5.0. Я думаю, я очень полезен для своей тимы. Я убиваю 3 человек. Я иду сюда. Все, изи пока. Я вижу чела, я его убиваю с 2 патронин. Я вижу тут кого-то. Но это, знаете, это мелочи. Где они могут быть? Кран. Никто не ползет. Убил, офигеть. Как я его зацепил? Я засилил. Блин, офигеть. Как я так играю, алло. Ну, винтовка хорошая. Хорошая винтовка, грамотное выцеливание, хорошая позиция. Вот все, что надо. Все основы. Как играть в эту игру. Хорошая реакция. Доводка. Хорошо уметь выцеливать. Куда вы поперлись? Алло, ну блин. Не надо отвлекаться. Нельзя отвлекаться на одну цель. Окей, окей. Челики что-то недовольны, вообще недовольны, не бунтуют. Почему мы проигрываем? Почему какой-то чел нас убивает постоянно? Если бы я был снайпером, который раз 6 подряд, наверное, убил один и тот же человек, мне бы тоже это не нравилось. Никому бы это не нравилось, логично. Граната почти забросилась. Почти. Окей. Господи, люди, вы меня пугаете. Так. Моя остановочка. Наш чел. Окей. Иду сюда. Тут снайпер. Куда ты смотришь? Так, я что-то все на МК-11 разблокировал. Где мы гранаты? Мне нужны гранаты. Блин, ну кто? 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 Он меня видел, окей, он видел мой ствол. Пускай. Ничего, у меня очень хороший КДА. 4.71. Держусь в топе. Очень полезен для своей команды. Убил 33 человека. Ну просто как? Как не поздравить меня лайком? Вот будет байк. Эй, почему я упал?
Кто кидает мне гранаты? Кто с МК... А, с МК-11 я играю, господи, окей. Я открыл кучу всего, наверное, МК-11. Я даже уже хочу сделать вот так. Окей. Это было специально, не волнуйтесь. Я сделаю вот так. Ой, это не то. О, победа, окей. Это было легко. Оптика, смотрите, господи, сколько всего я могу. Сейчас будем заканчивать уже, к слову. Что лучше? Баррел. Это глушитель. Окей, глушитель должен быть. Вау. Мне такое не нужно. О, лазер. Зеленый лазер. Вау. Ну ладно, давайте всем тогда на этом закончим. Всем спасибо, кто смотрел. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем спасибо, всем пока.